елку и поедем на выставку. Куда так спешить? Давай елку украсим, фильм посмотрим. Ну нам ехать полчаса до туда, она начинается через 10 минут. Какая разница? Новый год ведь важнее всяких твоих выставок. Новый год ведь волшебный праздник. А мой папа отрицает сказки и всякие там чудеса. Мой папа кандидат технических наук. И сейчас мы с ним работаем над одним изобретением. Да подождите со своими изобретениями, профессор. Неужели вы все умники, лишены воображения? Эники, бэники, метелки, феники. Здравствуй, Машенька. Здравствуйте. Витя, 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 смотри! Вот тебе настоящий волшебный Дедушка Мороз. Дед Мороз. Витя, очень приятно. А вы очень. Из какого театра? Можно я его стукну? Нет, ну не надо, наверное, Маша. Маша утверждает, что вы настоящий волшебный Дед Мороз. Конечно. Но если же вы настоящий волшебный Дед Мороз, то вам полагается настоящая волшебная Снегурочка. Где же она? Ох, Витенька. Похитил ее Кощей Бессмертный. Утащил к себе в подземельное царство. Для нечисти своей решил Новый год устроить. Он ведь знает, что Снегурочка только к хорошим людям приходит. Вот и запрятал ее куда поглубже. Как же так, Дедушка Мороз? Надо Снегурочке помочь. И как же мы без Нового года-то? Да, без Нового года никак. Но понимаешь, в чем дело? Запрятал он ее глубоко. Попасть туда непросто. И мне туда, Дедушке Мороза, пути нет. Я проберусь, я помогу Снегурочке. А не боишься в сказку попасть? Там ведь всякое случается. Нет, не боюсь. А можно меня тоже? И тебя? Ну да, в сказку. Еще чего? На тебя Баба Яга посмотрит, да ты сразу в обморок упадешь. Вообще-то девочек всегда защищать нужно. И хоть я и понимаю, что никакой Бабы Яги не существует, это только одно научное воображение, но все же. Ну тут я тебя по-мужски, Витенька, уважаю. Хорошо, уговорили. Пущу вас в сказку вдвоем. Там заодно и увидите, что есть, а чего нет. Ну а пока... Запомните, ждет вас трудная дорога. В этом нет секрета. Чтобы вам помочь немного, дам я три совета. В сказке помощи не ждите. Сами по дороге. Постарайтесь, помогите всем, кто ждет подмоги. Ожидает путь вас трудный. И к тому же не скрою. Зло узнать под маской доброй нелегко порою. Коль в пути придется туго, надо не теряться. А покрепче друг за друга вам, друзья, держаться. А сейчас добро пожаловать в сказку. Пропал Новый год у нас, что ли, получается? Это Дед Мороз их послал! Точно. Что же мы будем с ними делать? Не знаю. Надо их... Нет, надо их... Да нет. Надо их... Нет. Стоять! Чтобы их одолеть... Надо их разлучить. Точно. И съесть. Да, скушать, ну и съесть, да. Конечно. Сидим, да, мне приступайте туда встречать гостей. Избушка. Одолеем мы врага, конный он или пеший. Уходи с пути яга, прочь с дороги леший. Пусть дорога тяжела, знай без подсказки, что добро сильнее зла, наяву и в сказке. Витенька, смотри, сказочная избушка. Не может быть. Избушка, к стае к лесу задом, а ко мне передом. Ну, пожалуйста.
что ли? А масло есть? Как-нибудь-то. Сейчас. О! О, на-ка! Давай, давай! Ну! Чего там? Все в порядке. Но механизм просто в жутком состоянии находится. Оно вот что, 100 лет не смазывалось? 150, касатики, 150. Покажись, как тебя починили. Ать, красота-то какая. Понимаете, вот когда в последний раз братец Иванушка с Аленушкой заходили, так значит и все. Вы чего стоите, а? Присаживайтесь. Ну, тебя не гостеприимно, присаживайтесь. Расскажите, куда путь держите, в какие страны. Видите ли, первоначальная цель нашей экспедиции, так называемое Кощеево царство. Кощеево царство? Да. Касатики мои, погубит вас Кощей. Кровушку красную выпьет, белые косточки по ветру развеет. Мне кажется, вы прям очень сильно преувеличиваете возможности этого вашего Кощея. Я? Касатики! Да знаете ли вы, кто Иван-Царевича погубил, а? Кощей. Кощей? Фениста Ясного Сокола кто замочил, а? Кощей. Кощей? И вы к нему собрались? Да. Ой, не смешите меня! Погубит он вас, и все. Спасибо за гостеприимство. Стоять! Сидеть, остаться здесь на пне спать. Как у вас в сказках говорится, утро вечера мудренее, вот и спите. А я делами своими займусь, домашними. Ой, избушка помогает. Кипи вода, кипи очаг, недаром я не сплю. Ведь мальчиков и девочек я очень-очень-очень есть люблю. Горите, дровишки, горите, шуруйка, черышка, золу. Жаркое из Маши и Вити сегодня подам я к столу. Батюшки, я ж забыл ингредиент один. Изба, помогай, где ты здесь был? Маша, мне кажется, ты Баба-Яга нас съесть хочет. Витенька, вода тоже закипела. Витя, боюсь. Не бойся, Маша, идет. Вот. Так. Горячо. Пойду прогуляюсь. Со мной, Шуруй. Какая награда мне от Кощея-то теперь будет? Ой. Так, Маш, надо срочно отсюда выбираться. Что это за аппарат? Это метла, на его Баба-Яга летают. Летает? О, так это ж обыкновенный РПД. РПД? Ну да. Это реактивный порошковый двигатель. Давай скорее садись, а то Баба-Яга скоро придет. Я уж слышу шаги. Так, на старт. Внимание, полетели! Касатики мои, куда без меня? И тебе спасибо.
Петя! Стой, Маш! Приближаться к ней опасно. И чужая их поляна здесь полна обмана. Витя, мы должны помочь дороге всем, кто ждет от нас подмоги. Машенька, миленькая, помоги мне, пожалуйста. Баба-яга меня камнями заложила. Отвори заслонку. Освободи меня, пожалуйста. Витя, помоги, пожалуйста, дай, пожалуйста, платок. Хорошо, но будь осторожней. Дай, очень горячо. О, сразу так легко стало. Машенька, Витенька, а вы угощайтесь. Мои пирожки, ну, очень вкусные. Спасибо, печка. Вкусно. А знаете, вы же в Кощеево царство направляетесь. А у меня кое-что есть для вас. Уголек. Он вам дорогу покажет. Вот он, смотрите. Куда он покатится, туда и ступайте. Спасибо, печка. Уголек. Дяденька, здрасте. Здрасте. А вы наш уголек не поднимали случайно? Какой уголек? Красненький такой. Красненький нет, красненький не поднимал. Синий был, зеленый там. А вот это кто? А зачем она? Давай я отправлю тебя к Кощееву царству. Она тут там постоит, посидит, полежит, что хочет, пусть делает. Да, вот ее брать не будем, а с тобой пойдем. Да, нам не мешает постоянно. Давай, давай. Кем подозрю? Баба Яга меня послала. Отпусти, пожалуйста, это баба. С какой целью? Да, чтобы вы вместе не были, разлучить вас, отпусти, очень больно. Да, так и быть. Не туда. Что это с ним? Ты вроде бы обычный электрический разряд, и чего он так затрясся? Пошли дальше. Пожалей меня, Машенька, мои ветки подросли, гнутся ветки до земли. Некому ухаживать за мною. Утомились вы в пути? Что вам стоит подойти, яблочко отведать наливное? Стой, Маш! Приближаться к ней опасно, знаешь, ты прекрасна. И чужая их поляна здесь полна обмана. Витя, мы должны помочь дороге всем, кто ждет от нас подмоги. Но ни в коем случае, оно же не мытое. Неудобно. Спасибо вам, Маша и Витя. А возьмите еще одно яблочко. Оно волшебное. Оно вам дорогу в Кощеево царство укажет. Куда оно покатится, туда и ступайте. Спасибо, яблоня. Прощайте. До свидания, Маша и Витя. Сюда, что ли? Ой! Все, детки, все, цыплятки, слезай, приехали! Я дикий кот, мой первый ход, последний ход. Я кот Матвей, мой метод прост, я не люблю тянуть кота за хвост. Я бью лишь раз, я быстрый и смел, собаку на этом я съел. Ха. Я кот Матвей, мой метод прост, я не люблю тянуть кота за хвост. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, у меня все по-простому. Без этих штучек, без хитростей. Я им сразу предложил вас, ну того, сожрать. Сожрать? Да, и сожру. А вы пока поболтайте.
присядьте, поплачьте. А хотите, я вам сказку расскажу? Сказка это интересно. Ну-ка, давай. Опа! Давай, рассказывай. Посадил, значит, дед репку. Ага. Выросла репка большая-пребольшая. Дед тянет-потянет, вытянуть не может. Фу, слабак дед какой-то. Позвал дед бабку. Ага. Тянут-потянут, вытянуть не может. Вдвоем! Слабаки! Позвала бабка жучку. А, кошку! О, ну позвала бабка кошку. Кошечка, это интересно. Маша, готова! Какая там кошечка-то была? А кошка позвала мышку. Мышка? Дай-ка посмотреть-ка на нее. Опа, мышка. Маша, бежи! Домовушка, здравствуй. А что ты тут делаешь? Клубочки плетешь? Клубочки плету, распутываю, чтобы никто не потерялся в своих сказках. Да. Домовушка, слушай, у меня просьба к тебе есть. Ты же хороший человек. Слушай, ребята тут гуляют, потерялись. Хотят в Кащеево царство попасть, но мы-то с тобой знаем, что там опасно в этом Кащеевом царстве. Давай ты им клубочек дашь, и он их направит далеко. Ты меня прости, Баба-Яга, да только я хранительница сказок. Знаю, зачем они сюда пришли, в наш сказочный лес. Снегурочку они хотят спасти. И я не стану им путать след. Понятно. Хорошая домовушка, да? Ну и сиди здесь, домовушка. Да ты что? Верни корзину. Верну корзинку тебе, когда отправишь их мне куда подальше. А до тех пор сиди здесь и не шатайся. Хорошая нашла, Зиш? Ребята, помогите. От коряги отцепите. Пробыла я здесь всю ночь. Мне никак. Умоляю мне помочь. Я слыву здесь домовушкой. Волшебства берегушкой. Мне никак нельзя застрять. Кто ж все будет охранять? Стой, Маш, приближаться к ней опасно. Машенька, помоги. Чужая поляна здесь полна обмана. Вися, мы должны помочь дороге всем, кто ждет от нас подмоги. Ладно. Ой, спасибо большое. Ой, ребята, за ваше доброе отзывчивое сердце я вручу вам клубок. Он отведет вас к Кащеево царство. Следуйте за ним. Не заблудитесь. Спасибо, домовушка. Ну, ступайте. Ну что, отправила их? Отправила. Куда отправила? Далеко. Очень? Очень далеко. Молодец. Ступай. Злая ты. Я? Ступай отсюда. Нашла мне тут злую. Я злая? Ха-ха-ха-ха. Смешно. Кто вы такие? Откуда вы пришли? Мы пришли из сказочного леса. Домовушка дала нам клубок, который должен привезти нас в Кащеево царство. Кстати, а где мы? В Африке. Мы африканское племя Конго! У-у-у-у! Я его вождь Камао. Надо толкнуть немножко.
Нам срочно надо обратно. Что же делать? Да, жарко тут у вас. А где можно взять воды? С этим, ребята, проблемы. Из-за палящего африканского солнца в наших землях пересохли все водоемы. Воды почти не осталось. Надо им помочь. О! Скажи, Какомау, сможешь ли ты довести нас до Кощеева царства? Нет. Стойте, а что взамен? Когда мы спасем Снегурочку и вернемся, мы попросим Деда Мороза, чтобы он отправил в Африку много-много снега. Точно! И тогда он растает, у вас будет очень много запасов воды. Ура! Ура! Мы спасены! Он пойдет Мабуле. Лучше нее никто не ориентируется в пределах сказочного леса. Мабуле, ты готова отправиться в путь? Да, вождь. Я счастлива сопровождать этих юных смельчаков. Да помогут нам духи Африки. Кощеево царство! Быстрее! Есть. Трон его темнейшества! Есть, ваше старчество! Посох его темнейшества! Да, ваше творчество! Кощей бессмертный! Почему твой век недолг, уважаемый биолог? Дорогой профессор кислых щей! Бьются люди 300 лет над рецептом долголетия, а его давно открыл Кощей. Ха! Хоп! Хоп! Я хитер, я зол и жаден, груб, жесток и беспощаден. Хладнокровно действую мечом. Неизвестны мне сомненья, сдал я сердце на хранение, и не сожалею ни о чем. Ха! 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 Ну что, нечисть, мои дорогие, котик, старуха, яга, вшивый леший, как же я вас обожаю и ненавижу. Рассказывайте, как дела в моем? Плохо, Кощей, плохо без тебя. Плохо? Да. Это очень хорошо, что плохо. Да. Но мы можем и хуже. Можете и хуже, плохо старайтесь. Ты только попроси нас, мы всегда готовы. Я всегда прошу. Да. Всегда прошу вас. Ты кто? Это кто? Кто проник в Кощеево царство? Иди сюда! Вы не стойте столбом, поймать ее живо! Что за беспорядок? Здрасте. Я теперь понял, как вы меня нашли. Ну что, страшно? Нисколечко. Ни капельки. Чего нам себя бояться? Мы все про тебя знаем. Ну-ка, и что же это вы знаете про меня? Смерть у тебя на конце иглы. Игла в яйце, а яйцо в утке. Кто сказал? Так, ладно. Ладно, попробуем по-другому. Ну, я вам сейчас. Как задавай? Ой-ой-ой-ой-ой. Что это с тобой? Да я зубами маюсь, совсем разболелись. Да вообще ты сам виноват, зубы запустил. Да я в этом царстве уже всех знахарей и ворожаев казнил, потому что они мне помочь не могут. И теперь совсем не знаю, что делать. Ой. А что ты мне дашь, если я тебя вылечу? А ты умеешь? Ты лекарства знаешь? Конечно. Да я...
Да я все тебе отдам! Все, что хочешь! Хочешь, если вылечишь, все, Кощеево царство тебе подарю! Ну тогда освободи нашу Снегурочку. И все? Да? Тогда давай по рукам договорились, давай лечи меня и Снегурку заберешь. Ты какой хитрый! Давай-ка сначала Снегурочку нашу отпускай, а потом я тебя вылечу, а то обманешь еще. Так, я вообще-то Кощей бессмертный, и если ты не веришь моему слову, то что ты тут делаешь тогда? Я тебе говорю, сначала лекарство, а потом Снегурка! Нет. Ты сначала Снегурочку освободи. Так нет, ты сначала скажи рецепт лекарства. Нет, ты освободи. Нет, не освободи, скажи рецепт лекарства. Ваше темнейшество. Так. Мы не смогли догнать девчонку. Она, видно, больно местность хорошо знает. Мяу. Да вы что, совсем страх потеряли? Мяу. Я сейчас вожаю. Тьфу на вас. Где этот третий? Леший! Леший, веди сюда Снегурочку. Привезти быстро! Да, вот. Так! Вот Снегурка! Что мне делать? Как быть? Я добра и доверчива слишком. И за это меня наказание жестокое ждет. Но страшнее для меня, что к девчонкам моим и мальчишкам без меня никогда, никогда не придет на угол. Ладно, принесите мне ложку соли и стакан воды. Ложку и побыстрее, соли, если не хотите, чтобы ваш Кощей упал в обморок. Я не хочу обморок! Быстро сюда! То, что он сказал. Надо перелишить. Так, дальше. Полоскать. Обмазаться этим? Намазать? Нет, прополоскать. А. Но не глотать, а то невкусно будет. Не понравится, скорее всего. Так. А помогло! Вкусно? Нет, но не болит! Ха! Спасибо большое тебе, Витя! Так, и Маша, забирайте Снегурку, все, она ваша! Спасибо, я здоров! Пожалуйста. Вроде да. Но есть один человек, без которого Нового года не существует. А, да, точно. Кто же это? С бородой. Бородой такой. Белый? Да. Я? Да не ты! Они не знают. Бородой. Какой белый? Вы что, не знаете, а? Дед Мороз! Куда Дед Мороз? А то сидят глухонемые. Давай тоже позовем Деда Мороза. А как его звать-то, вы знаете? Ну, я не помню. Снегурочка может знать. Ребята, вы знаете, как звать Деда Мороза? Вот она точно знает, вот она точно знает. Деда Мороз. Как? Один раз? Сколько раз? Три раза. Давайте, все вместе. Четыре. Дед Мороз! Здравствуй, милая! Вот мы и встретились! Выручили меня все-таки! Спасибо, Машенька! Спасибо, Витенька! Быть празднику! Ура! 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 Дедушка Мороз, у вас есть к тебе одна просьба. Какая? Пожалуйста, отправь в Африку много-много снега, чтобы мы спасли племя Конго от засухи. От засухи? Ну, это дело благородное, ведь. Конечно! Конечно, помогу! Может быть, у вас еще какие ко мне будут обращения? А можно мы тоже Новый год спросим? Вы? Да. Да. Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Нечисть? Да. А Новый год? Ребят, как вы считаете, нечисти можно? Да. Нет. Да в смысле нет? Ну, вы же даже Снегурочки ни кусочка не съели. А я хотел. А вы обещаете в Новом году закончить со всякими шалостями? Да, да. 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 Точно? Да. А, мы будем чистить. Мы будем чистить. Да. Поверим? Да. О, ну хорошо. Ну что? Хорошо, ребят. Тогда давайте все вместе споем новогоднюю. А ну-ка все выходите сюда. Выходим. Музыка. Когда приходит год молодой, а старый уходит дай, снежинку в руку спрячь ладонь, желание загадай. Смотри с надежды в ночную синь и крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось спросить, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот
мяч в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит мечту твою. Пока часы 12 пьют.